Михалка, а ты знаешь, почему озеро, где отец Евлогий живет, белым называется? Не верю я в эти сказки. А я думаю, что все так и было. Бог создал великана, наградил его силой великой, чтобы был у него верный помощник на земле. Золото, золото. Совсем одурел народ. Работать перестали, все хотят на готовенькое. А ведь Бог сказал, трудись, и тебе воздастся. Но у меня вот ловчонка небольшая. Летом товары из города возим, зимой своим торгуем, тем живем. Сахарок только в Пасху. Зато от лавки моей людям польза. Здорово, отец Кондрат! А, и тебе доброго здоровья, Гордей. Всю церковь свою каменную строить? А что ж делать-то? Село растет, деревянное уже тесновато. Вот камни из каменоломни таскаю. Да денег-то все равно нет на строительство. Ну да все в руках Божьих. Господи, кто это у тебя? Просто человек. На дорогу нашел. Просто человек, говоришь? Ага. Кто же его так? Волки? Зачем? Люди. Мама! Приехал. Ну, чего вы делаете, а? Чего вы делаете? Ну, меня, что ли, трудно было дождаться, а? Мам! Здорово, сынок! Здорово. Мам, я человека на дороге нашел. Помочь надо? Лихие люди чуть из-за золота не убили, но помочь надо. Тряпок чистых, жиру. Мам! Ну, сделаю, сделаю. Все одна, все одна. Дарья, ты где? Не знаю. Сынок, где мамка? Туда ушла. А? Дарья! Дарья! Гречи купил. А ну, купить алтыну не хватило. Нынче в лавку дед Захар сходил. А? Удивляется, чего мы себе в убыток торгуем. Ага, в убыток, в убыток. А платок-то на тебе новый. Явно 5 алтынной стоит, а? В лавку товар не завозим, а обновки Дарье покупаешь. Мама, я ведь совсем забыл. Я вам тоже подарочек купил. А за мукой на днях съезжу. Не бери, а то отец заругает. Ты чего делаешь-то?
Вот, мамань. Воронцовский ситцевый. У самого купца пятого строгивал. Носить, не сносить. Ну, спасибо. А в студеной золото нашли. И в Белогринной, говорят, мужики золото откопали. И в Ивановской тоже. Плотины всей деревни ладили? И нарыли. Главное дело, скрывали. Золото, золото. Это все бес людей искушает. Слабых в грех водит. Только, слышь, это нашел, это откопал. Люди людьми быть перестали. Брось с лопатами, как похоронщики. А урожай собирать некому. Ладно. Чего хорошего-то? Ты корову Пазухиных нашел? А как же? Отбилась и к отмели пошла. Золото, видать, искала. Гордей, зачем чужого в дом привез? Держи, яичко ешь. Мамань, так ведь не гоже человека в беде-то оставлять. Человеку в беде помогать нужно, сами же учили. О, забыла совсем. Держи, давай. Стой, ты куда? Пойду ему еды и отнесу. Сядь. Я сама. Видишь, сынок, как все обернулось. Ушел ты от нас за лучшей долей. И что ж нашел? Как тебя жизнь-то изодрала? Как покалечила, что родной брат не узнал? И сколько же ты годков по свету мотался? Почитай, лет 30. А все-таки домой возвратился. Алён, ну я не могу свадьбу ждать до осени. Я ж помру от нетерпения. Дай поцелую. Ну ладно. Только руки не распускать. И глаза закрой. Ай-яй-яй-яй. А ну стой. Чё? Ты у меня когда так вымахать успел, а? А ну давай мериться. Становись. Ты не вставай на цыпочки, ты не вставай. Михалка, а ну спать живо. Где тебя носила? Да взрослым уже, Дарюшка. Имеет право, дело молодое. Чё тут до свадьбы-то осталось? Ты чё кричишь, сынок? К тебе барин из города приехал. Ко мне? Ага. Странно. Проверь пока другие морды. Вы имеете лавку? Да, имеем. И дом? Да. А оценку имущества произвели? А зачем? А, значит, вы и есть купец Гордеев Стратович Брагин. Брагин он самый. Вот вам векселя. Вы должны оплатить 9000 рублей. 9000? Помилуйте, господин хороший. Я же вас ничего не брал.
вы не брали, а вот Макарий Евстратьевич Брагин брал. Ведь он ваш родной брат? Брат. По счетам надо платить, а ваш брат давно пребывает в бегах. Отвечать придется вам. Дас. Макарушка, сынок, сыночек, ты золото нашел, да? Не зря же тебя покалечили. Ты камушки показывал, да? Или ты место золотое ведаешь? А что, Макарушка, что, скажи? Ты не равен час приставишься, а Гордею жить, а? $27. Я к осени еще рублей 7-8 заработаю. Хорошо бы. Вот свадьбу бы и сыграли. Здорово, Федор. Просковья. Здравствуй. Здорово, Гордей. Заходи. У меня к тебе разговор имеется. Садись. Тут такое дело. Помнишь брата моего, Макарушку? Ну? Долг на нем, оказывается. На меня списали. 9 тысяч. Что делать будешь? Думаю, на Белозер податься к отцу и в логи со всей семьей. Деньги нужны позарез. Купи мне лавку, а, Федор? Христом Богом тебя прошу. Рублей за 30. 30 рублей? Это ж такие деньжища. Да у нас и нет столько. На эти деньги целый год жить можно. Да, да, да. Если б не нужда... Выручай, Федор. Федор. Сколько дадите, соседи? Гордей. 15 рублей. И на том спасибо. Прости. Деньги давай. Да ты что? У тебя ж девка на выданье. Ой. Деньги давай. Гордей! Гордей, подожди! Гордей! Ты это... На нее внимания не обращай. Баба. Ничего, я понимаю. Подожди. Держи. Возьми, возьми. Да бери, тебе нужнее. Спасибо, Федор. Спасибо, друг. Все, мамань, уезжаем. Как? Куда? А вот так. К отцу и в логи на Белозер. Собирайтесь, нам мешкать нельзя. Михалка, собирайся! А лавка? Федору продал. А дом? Все подчистую. До последней булавки. А то, что не продадим, отдадим вон людям. Что ты говоришь? Отдать это чужим людям. Ты что, белины объелся? Как это так? Дом продать? Жизнь дороже. Мы же с отцом твоим здесь вот по бревнышку все приносили. В доме этом я детей своих родила. Тебя и Макарку. Ты знаешь, что ты делаешь? Можно? Я ничего не знаю, Танюшка, ничего не знаю. Худо будет, если не уедем. И помру. Мамоня, как сказал, так и будет. Все. Где?
где оно? Я знаю, ты нашел. О чем вы, мама? Говори живо, где камень прячешь. Какой? Говори. А если камень нашел, значит, и золото нашел. Искатели всегда камни прячут. Если место золотое нашли, ты же нашел место. Ну, пока, говори. Я же... Передай место золотое Гордею, если не передашь. Убью. Я не затем. Убью. По этой бесовской дороге ходил, чтобы брат мой Макарушка. По ней прошел. Макарушка, Макарушка, скажи, где место, Макарушка? Если очень тяжко. Гордей, погоди. Ты ли это? Столько лет, невесточки. Гордеюшка. Макар, Мань. Последний раз тебя спрашиваю. Это же брат. Скажи, что вы, опомнитесь, где мама? Место? Опомнитесь, это же сын ваш, маманя. Скажи. Молись. Уйдите, мама. Ты молись за меня, Гордей. Я за это золото человека убил. Уезжаем мы сегодня на Белые озера, отец Кондрат. Ты уж помяни в молитвах Макарку. Прочти ему за упокой. 30 лет его не было, а тут вот появился. 2 года уж он в наших краях ошивается. Правда? Был он у меня. Как с каторги сбежал. Прятался на горе у 2 сосен. Места там непроходимые. Он там и хоронился. У 2 сосен? Ну да, у 2 сосен. Пойду я, отец Кондрат. Бог в помощь, дочь моя. Собаку эту лучше хоронить, чем брата похоронили. Держи. Мамань, ну зачем это надо? Ну зачем нам скамейка? Оставьте ее здесь, мамань. Да не трогай. Отступитесь, Христа ради, мамань. Отдай, иди, не трогай. Держите. Все наше будет ваше. Фу, налетели, как вороны. Креста на вас нет. Садитесь уже. Да ну, мне еще надо взять это. Мамань, ну пусть вам лопата, а? У 2 сосен на горе все равно мимо проедет. Да отступите. Да не дам я! Ой, мамань, да брехня это все. Нету там никакого золота. Камень у Макар не нашли. Михал, поехали! Прощай, народ православный, не поминайте лихом. Давай, Гордей, Бог в помощь. Стой, Алёшку забыли. Михалыч, подержи вас. Алёшка! Алёшка! Господи, куда же он делся? Алёшка! Что играет? Сына! Алёшка! Алёшка! Я тебе где сказала ждать? Почему тебя там все ждем? Ой-ой, сынок. Вон дорогу такой вымахал. Где ты это добыл? Где этого набрал? Что это такое? Да брось ты это, Христа ради. Тихо, Дарюшка, люди смотрят, перестань. Я подсажу. Садись уже. Поедем. Сынок, ты не огорчайся. Я тебе на новом месте еще камушков насобираю. Все, поехали. Мамань, садись уже, а. Мамань. Гордей, смотри. Че? Смотри. Сынок, ты где это все? У дяденьки, что в амбаре лежал. Дядьки в камушки не играют. Вот оно, золото. Спасение наше. Свадебные. Надевай, надевай. Я же не на именины.
Долг отдам и вернусь. Не спорь. Михалка! Да брось ты своего коня! Я напою его! Давай быстрее, нам с отцом в город пора! Ты не волнуйся, мы ведь не одни едем. Я с купцом Пятым договорился. Он обещал нас подвезти туда обратно. Ему как раз тоже нужно золото сдавать. Все будет хорошо. Это ты молодец, что ко мне обратился. Я давно свое золотишко в городе сдаю. Сразу к приемщику Федотову пойдем. Он не обмерит. А это что такое? Это перпетум мобиле. Перпетум что? Вечный двигатель. Соображай. Ты лучше на дорогу смотри, а то до города не доедет. Можно нам с сыном глянуть? Нет. Вот патент оформлю, тогда и гляди. Вечный двигатель все будет делать сам. Лошади теперь будут не нужны. Не-не-не, ничего не нужно. Стоять! Не шали. Ну что, барин, делиться надо. Дай-ка сюда. Не отдам. Отдашь. Нет, что хотите, берите. Не отдам. Это не отдам. Не дам я это, я сказал. Дави, Михалка, сынок, дави! Дави! Степа, ты че? Ну, покажи, что там. Это все золото, что у купца Пятого было? Да, все. Только вот еще этот был, как его, перпет какой-то. А это что? Акт приемки золота убитого купца Пятого. А это его, да? Да. Ой, Господи, душа раба твоего. Тут, да? Тут. Михалка, пойдем. Селянин, это ты привез золото купца? Я. А я проигрался весь в долгах и потому определен в узилище. А ведь я князь, пойдем. Лев Лопатин. Как говорится, трагический случай. Лекозел Мартель. Живопли, ну спасите! $7,340. 343. 343. А где? Чё тебе ещё? А где деньги-то? Ну вот, деньги. Какие же это деньги, змей? Это бумажка. Чё ж ты из меня дурака-то делаешь? Да уж я деньги в глаза не видел. Понаедут тут. Берешь эту бумажку, идешь в банк, получаешь свою деньгу. 9635 рубликов. Читать-то умеешь? Не хуже других. Деревня. Thank you.
Что это? Мать, что делается-то? А, это наши миллионщики развлекаются. Рождество отмечают. Так лето же. Совсем сдурели. Креста на них нет, что ли? Давай, левее, левее, вот сюда. День добрый, батюшка. А, здравствуй, соседка. Я гляжу, стройка-то в гору пошла. Ну так. Откуда деньги-то взяли? Все с Божьей помощью. А может все быть, Гордеевы, а? Еле на долг наскребли, а Гордеев уж на церковь пожертвовал. Видать, он вчера у тебя был, да? Заказывал. Прочей 40 уст по брату. Прочел? Прочел. Ты что, на исповедь-то не ходишь, а? А некогда. Некогда. Ходить-то на исповедь. Татьяна, ты за сыном-то поглядывай. А что сын? Что сын? Он уж не ребенок. У него у самого дети. И все-таки я про другое. Я про золото. А что золото? Мы золото из земли взяли. Значит, нам его Бог дал. А где золото, там и бес лукавый. Ты меня бесом не стращай. Бес не золото любит, а души слабые путать. А Гордей сильный, он устоит. Ну что ж, тогда Бог вам в помощь. Ну то все, Михалка, долго нас теперь нет. Дядь, а у нас деньги остались? Есть. Есть хочется. Может, пирожков купим, а? Чё? Пирожков. Свежие пирожки. Бери пирожки-то. А чё пирожков-то? Пирожки свежие, берите. Мы сейчас с тобой... Свежие, в ресторации закатим. Не, пойдем, мы хочется пирожки. Уважаемый, я... Уважаемый, а... Ничего. Голубчик. Чего изволите? Что у вас есть-то? У нас все есть. Водка, вино. Не, нам бы поесть что-нибудь. Что будем есть? Пирожков. Ну и еще что-нибудь покушать. А зачем это? Положено. Учись. Ты из города? Нет. О, тут за ними глаз да глаз нужен. Не успеешь оглянуться, уже объегорят. Я уже вижу. Водку не заказывал, а принесли. Плати теперь за нее. Ну, водка-то почти дело святое. Нет, тут грех. Не выпить-то грех. Не пробовал, что ли? Ну, мальцу не предложу. А тебе-то в самый раз. Гляди, берешь водочку. Опрокидываешь в себя. И щами заедаешь. На. Сам Бог велел. Дядь,
Тетя, а может, не надо? Грех не выпить-то. Долго на нас больше нет. Праздник нынче в кои-то веки. За здоровье. Сербияночку, с выходом. А там уже на улице Мишка его и встретит. Документы готовим! Эй! Петр Кузьмич, ну мы же... Господи, Павел Андреевич, Павел Андреевич, Господи, да какими же судьбами-то, Павел Андреевич? О, Господи, Господи, да какими же судьбами-то? Гордей Страсич? Я? Мы бы подготовились, мы же к вам со всей душой, Павел Андреевич, мы же... Убери это. Да как скажете, Павел Андреевич, пожалуйте, будьте любезны. Гордей Страсич, присаживайтесь, пожалуйста. И куда? А? Уплочено? Шерим, вот вернешься, все. Все. Это ведь вы вернули бричку убитого купца Пятого после разбойного нападения? Я. Из ваших слов ясно, что будто бы купец Пятов вез город золото сдавать, так? Царствие ему и небесное. Давайте помянем его. Нет, спасибо. Да? А я выпью. У меня к вам один вопрос. А где золото? Гордей Страсич. Я сдал его? Вот ходил тут этот. Вон, ему. Ему и сдал. А? В описи вещей убитого купца Пятого золота нет. Это ведь ваша подпись? Ну, какая у меня подпись? Это меня отец Кондрат научил так вот расписываться. А? Гордей Страсич, это ведь только благодаря вашему героическому поведению я даю вам неделю. Если через неделю золото в казну не будет возвращено, я буду вынужден начать против вас дело. Вы меня понимаете? Гордей Страсич. Нет. Неделя. Тони ветер ветку клонит, небу бровушка шумит, то мое, мое сердечко. Михалка! Сынок! Сынок я! Гордей! Сынок! Гордей! Сынок! Телега откуда? Купи, мы теперь все можем купить. А не маманя. Маманя! У нас теперь будет райская жизнь. Сейчас тебе будет, маманя. Где я, маманя? Домой.
купим мешков 10 муки. Еще овса, а то все амбары пустые. Да и в бане печь переложить надо. Крышу покрыть, да еще крупы в запас. Сахару, наконец, купим, а то у Кистенеева всегда есть. В бане? Да. И знаешь, самовар у нас протекает. Самовар надо купить. Маманя. Ну и плуг к весне. О, Господи, да еще много чего надо. Всего и не запомнишь. Много, много чего надо купить. Какой купить? Опять денег должен. Чего? Задавлю тебя! Отдай! Задавлю, отдай! Гордей! Убью тебя! Сволочь ты! Сволочь, Костя! Ты! Сволочь! У меня неделя осталась, а тут ты это, Иуда! Ты ему зубы выбил. Что зубы? Ему шею свернуть надо было! Держи себя в руках. Ты мужик или нет? Тебе легко говорить, Федор. А у меня семья на кону. А за ним кто следить будет? Ты или Бог? У тебя под носом воруют! Предупреждаю всех! Еще раз увижу, все отвечать будете! И ты, Федор, в первую очередь! Уж извини, друг! Гляди, что у меня есть. Что это? Золото. Видала когда-нибудь? Нет. Я тебе сказала, после свадьбы. Ну и ладно. Да ты куда? Дурак. Я пошутил. Я камушек бросил. А это тебе. Ой. Мам, а правда, что под горою двух сосен великан страшный живет? Мне ребята сказали, что слышали, как он страшно стонет по ночам. Не бойся, не страшный он. Он сам в плену у хозяйки подземной. Плачет, горюет по свету белому, да по душе своей потерянной. А как великан к хозяйке подземной в плен попал? Было это давным-давно. Служил великан помощником у Бога на земле. Служил много лет верой и правдой. Но однажды пришел он к Богу и попросил невесту себе. И дал ему Бог двух невест на выбор. Одну из золота и камней драгоценных, а вторую из воды родниковой. Ослепила великана первая невеста блеском золотых очей своих. Да так, что на другую невесту он даже не взглянул. Но стоило ему коснуться золотой красавицы, как вмиг он потерял свою силу богатырскую и очутился в подземных чертогах. Вот как было. Ой, отец Евлогий, я так рада, что вы приехали. Да, да как я рада. Я помогу, обязательно помогу. И Гордей будет рад. Гордеюшка, там отец Евлогий из Белого озера к нам. Они там кузницу ладят. Так деньжат надо немного. Ну? Ну, взаймы дать. Нету. Как нету? Долг на мне. Мне отдавать надо. У меня все сроки вышли. Да но, Гордей, я же уже обещала. И вот его позвала, и он приехал. Маманюш. Что же это? Это вы обещали, а не я. Ну, он же с Белого озера приехал. Мамань. А я...
Я вам денег на хозяйство дал? Дал. Вам хватает? Хватает. Ну вот и все, мамань. Ну что, приготовил золото? Я спрашиваю, приготовил? Нет еще, ваше собрать. Не добыл еще. Ну вот, с тобой по-хорошему. А ты не понимаешь. Скоро, скоро, ваше благородие. Скоро. Какое скоро? Все сроки-то вышли. Павел Андреевич просил культурно передать тебе. Не вернешь золото пятого, готовься во строк. Неделю. 3 дня. Мало, мало, мало. Мы стараемся. Люди устали, 3 ночи не спят. Я деньги плачу, вы работаете. Где Прохор? Прохор! Я его отпустил. Как отпустил? Почему? Простудился он, кровь горлом пошла. А Мишка где? Где Мишка? У него матрёша рожает, ты же знаешь. Все, денег никому не давать, оба уволены. Развели богадельню тут. Гордей. Что, добренький, да? А меня кто спросил? Меня! Ты еще хозяин, Федор, запомни! Федор, а на прииске-то продолжают поворовывать. Чего? Скажи честно, как на духу. Ты с ними в доле? Ты что говоришь-то, Гордей? Карманы выворачивай. Ты че? Я говорю, карманы выворачивай, давай. Ты под рубахой покажи, небось, ладанку заныкал. Может, мне еще портки снять? Захочу, и портки снимешь. И так, и меня! Подить сюда! Подержать надо! Знаешь что, друг? Пошел ты. Федор, погодь. Это самое. Погодь. Постой! Ищи себе другого хвоя. Иди, иди! Я себе другого приказчика найду. Получше. Все встали, работайте! И окружили папку великана злые черти подземные. И говорят, отдавай наше золото. А папка не отдает. А дальше что? А дальше схватили черти Алешку и папку. А дальше? И повели в пещеру темную, в горе. Кого повели-то? Как кого? Папку и Алешку. А папка что? Страшно стало папке и Алешке. Папка плакать стал и просить, чтобы черти подземные их отпустили. Нет, сынок. Папка плакать не стал. Папка их... Вот так! Вот так! Вот так их, папка! Вот так! Добрый день, Павел Андреевич. Все жрешь, Кузьмич? Павел Андреевич, глядите,
Что это? Показания свидетеля, что Гордей Брагин золото сдал. Показания свидетеля. Да в порошок сотру. Что за свидетель? Потомственный дворянин Лев Петрович Лопатин. Ну что, и где это он мог видеть? Он у нас в кутузке сидел. Видел, как это золото несли. Ну что, князь, спасибо тебе. Все ты правильно рассказал. Так ведь оно и было. Да? Так, чистая правда. Как на духу Гордей скажу спасибо, что заплатил за меня, спас ты меня и, образно выражаясь, из брюха кита ты меня вынул. Возьми еще 300. Да чего ж ты меня оскорбить хочешь? Я же все-таки дворянин, я ж... Это не из-за денег. В принципе, Эглита Фредернита... Пробовал купить? 200 рублей давал. И что? Говорит, дворянская честь не продается. Так и сказал? Так и сказал. Паскуда. Павел Андреевич, а золото надо вернуть. Да нет уже никакого золота давно, все. Как? 20 тысяч золотом? Проиграли? Проиграл? А ты что, меня учить думал? Да ты сам с этого золота 2000 поимел. Полторы, Павел Андреевич, полторы. С прошлого 2, а сейчас 1,5. Это что такое? Флигель. А это, извольте заметить, изящный фронтон. Вот это, да? А еще такое? Парк. Так сказать, зона обширного отдыха. Обширно — это хорошо. А конюшни где у нас будут? Вот, обратите внимание. Для удобства въезд со двора. Ваш дом будет с колоннами в древнегреческом стиле. Я подобный проект делал в Бордо. Заказчик остался крайне доволен. Бордо — хорошо. Хорошо. Ну и сколько? 3 колонны. Можно 4. Я говорю, во сколько дом мне встанет? 200 тысяч. Сколько? 200 тысяч. Так, собирай свое хозяйство и вали отсюда! Ну, Гордей Юстрасович... 100 рублей, мое последнее слово! Не нравится? Гордей Юстрасович... Тогда иди в свое Бордо! Гордей Юстрасович! 20, красная цена! Как же так, Гордей Юстрасович? Я же очертил... Однако... Однако, Гордей Юстрасович, кругом сплошные воры. Надо же, какой ты тут клондайк устроил. Копия царя Соломона. Молодец, молодец. Вы меня, Павел Андреевич, похвалить, что ли, приехали, а? Да нет, я так, мимо ехал, по службе. А, ну да. Все брать с дела. Да, по работе, я вижу. Да-да. Слушай, Гордей Юстрасович, тут такая оказия вышла. Ты не мог бы мне пару тысяч человек занять, а? А дружбе, а? Так нет уже. Так я ж отдам. Или ты мне не веришь? Павел Андреевич, хотите блинов с медом? Так вкусно. Гордей, ты ведь... Ты ведь мне не веришь. Представителю власти. А? Гордей. Извольте. Сколько вам... Две тысячи. Извольте, Павел Андреевич. Слушай, Гордей, а чего мелочиться? Давай сразу 5, а? Павел Андреевич, вы мне 2 просили. Кто? Я? Твоя правда.
Твоя правда. Слушай, Гордей, а что это у тебя все по старинке да по старинке? Лошади да лошади. Купи себе уже эту паровую машину. Наши ломаются. Так есть же английские. А пошли на них, как на табун лошадей, да? Гордей, так ведь мы ж поможем. Где Михалка-то мотается? В доме два мужика, а поколоть дрова некому. Михалка на прииске. Ну, а Гордей тоже? Да, ночевал там. Что у них там, медом, что ли, помазано? Дел много. Ой, дела, дела. Придет домой смурной, как отшельник. Мать родную ни во что не ставит. Да и ты ему не указ. Чего вы так это решили? До того. Раньше Гордей другим был. Ай, подменили нашего Гордеюшку. Он теперь занятой человек. Занят, занят. Дарья, хоть бы ты с ним поговорила. О чем мне с ним говорить? Он хозяин. А много ты за этим хозяином счастья видела? Он отец моих детей. Выпрягайте коня! Не надо, не надо! От стервы. Дядь, его нельзя выпрягать! А то англичане культурной нации. Он же умрет! Ящики у них добротные. Англичане, мать их. Он умрет. Егор, ну что ты вошкаешься? Выпрягай! Давай, пошел! Ну чё, Гордей, с этой-то махиной вдвое увеличим выработку, а? В пятеро, не меньше. Обогатишься, Евстратович. Ты на чужое добро-то не заглядывайся. Ненавижу! Михалка! Михалка! Сынок! Ты чего, сынок? А? Не плачь, я тебе породистого скакуна куплю. А халтикинца. А этот уже не жилец. Только по кругу и умеет ходить. Ох, развернулся ты, отец Кондра. Ай-яй. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, благодетель! Здорово, здорово. Вот, дела идут с твоей помощью. Да я вижу. Будет лучший приход во все круги. Так-то оно так. Я только думаю, не дорого мне все это строительство, помоги, обходится. Как же так? Гордей Евстратич, вы же сами говорили, что было все лучше. Мрамор из самой Флоренции, самой Италии. Кирпич, доска дюймовка, золото сусальное. За все 20 тысяч. Ой, отец Кондрат, я за 20 тысяч могу себе дом с колоннами отгрохать. А ты флорентийский мрамор. А что же делать-то? Отчетность готовить? Отец Кондрат. Так, мол, и так. Дорогой Гордей Евстратович, я твои денежки потратил туда-то и туда-то. И что все по-честному? Михалка. Пришла. Да как же я не приду? Да, мама меня задержала. У
У меня конь умер. Ты меня поцелуешь? Ты камушек-то принес? Нет. А чё? Да отец совсем озверел. Каждую крупинку считает. Алён, ты чё? Ничего. Может, искупаемся? Не хочу, вода мутная. Я думал, ты меня любишь. Люблю. А доказать? Ну, Алён, я завтра принесу. Ты куда? Поздно уже. Ну, дай поцелую-то. С конем своим целуйся. Что случилось? Ты обиделась, что ли? Нет. Ну как нет, я же слышу по голосу, что обиделась. Я не обиделась. Дарюшка, пойми, ну, я работаю. Я все понимаю. И день, и ночь. Все же для вас стараюсь. Для Алешки, для Михалки, для тебя. А зачем? Чего зачем? Зачем ты для нас все это делаешь? Ну как? Зачем нам это все, если тебя нет? Егор! Давай воды! Да я поднял! Егор, а батя где? В конторе. Чего? Ничего. Никому. Понял? Так вот, оказывается, кто у меня. Варлайн, сучонок. Идем за мной. Тебе за краж! Дядь! Миллионы! Я не по себе, дядь! Я не нарочно, нет! Я не для себя! Я не для себя. Я для Аленки.
Голову запрокинь. Она без этого не целует. Сынок. Никогда не плати. Один раз заплатил, всю жизнь платить будешь. А если твоя Ленка тебя за это целует, значит, это ее цена. Захочешь, 10 себе Аленок купишь. А мне 10 не надо. Мне одна нужна. Упрямый. Хорошо, отнеси. Отнеси свои Аленки. Дядь, не надо. Бери. Ты мой сын, Брагин. Здесь все твое. Гордей! Гордей! Гордеюшка! Батюшка, Павел Андреевич. А я приехал тебе на прииск, спрашиваю, где? Мне говорят, дома. Ой, а я говорю, что с ним дома-то делать? А, теперь понимаю. Познакомь супруги-то. Да ради бога, проходи. Да, я сам. Позвольте представиться. Павел Андреевич Зеленский, друг Гордея. Дарья ее зовут. Позвольте вашу ручку. Дарья Алексеевна. Очень приятно. Понимаю, Гордей, понимаю. А это, я так понимаю, достопочтенная матушка. Позвольте представиться, Павел Андреевич, друг Гордея. Позвольте и вашу ручку. Уйди, черт какой-то. Пардон. Мама. Пардон. Гордей, ну слушай, ты же ворочаешь миллионами. Ну что ж ты живешь как в хлеву? Давай мы тебе мебель из Парижа закажем, а? Давай. Вот скажи мне, Гордей, тебе никогда не казалось, что мы живем не там? Что все самое прекрасное где-то в другом месте, где-то далеко. Таинственные незнакомки, рыцари. Все они где-то там. А тут парье, бляди. Пардон, Дарья. Может, тебе помочь чем-нибудь? А, да нет. Ты знаешь, что я делал эту ночью? Я плакал. Батюшка. Плакал, Гордей, плакал. Ты Тургенева знаешь, Ивана Сергеевича? Миллионщик, что ли? Да какой миллионщик? Кого я спрашиваю? Россия изгубит невежество. Да. Я знаю, ведь ты же думаешь, что я... За деньгами приезжал, да. А вот и нет. За деньгами я завтра приеду. Павел Андреевич, да ради бога. Только давай сперва векселечек оформим. Ну, чтобы все по закону было. И тогда тебе не 5, я тебе 10 000 дам. По закону. По закону. По закону я люблю. По закону это правильно. Хорошо, когда по закону. Адьё. По закону. Михалка. Чего пришла? Михалка. Ну? Ну, ты ко мне уже не ходишь 2 недели. И чего?
помнишь, как ты на сосну за белкой ради меня лез, потом слезть боялся? Ну да, помню. Ты потом всей деревне рассказала. Неделю скалились. Михалка, я ж тебя люблю. А докажи. Тебе хорошо было? Угу. Ты куда? Поздно уже. Завтра снова приходи. Гордей! О! К тебе гости. Здорово, соседи. С чем пожаловали? Ну, чё стоишь, как дурак? Говори. У нас купец, у вас товар. Все перепутал. Здравствуй, Гордей Стратич. У нас товар, у вас купец. Ну, решили, значит, по стариковскому обычаю счастье деток наших устроить. Ишь ты. Продолжай, соседушка, продолжай. В общем, Гордей, я свататься пришел. Да что ты? Ты, значит, свою дочку-бесприданницу за богатого парня хочешь сосватать, а? Ты, Гордей, говори, да не заговаривайся. Это я, что ли, заговариваюсь? Федор. Я девку за парня предлагаю, а? Федор. Хорошо. Кому жить, того и спрашивать. А, Михалка, сынок, пойди-ка сюда. Мы сегодня золотишко намыли. На тебе подарочек. Погодь, тут такое дело. Девку нам предлагают, будем брать. Нет. Как нет? Постой. Сыну. Сыну. Ай-яй. Ай-яй. Ну, на нет и суда нет. Правильно. Товар-то у вас порченый. Забирай, Прасковья, мужа от греха. Забирай. Я лучше по миру пойду, чем дочь за твоего выродка отдам. Ой, ой, ой. Федор. Федя! Федь! Ну, что я могу сказать? Сватовство не удалось. Потешился, Гордей. О детях не подумал. Я-то здесь при чем? Дарюшка, это сын наш так решил. Thank you.
Лёшка с папкой все богатства себе забрали. Ничего хозяйки подземной с ее чертями не оставили. Стала хозяйка чертей бронить, палкой бить. Почему не уследили, бесы ленивы? О, Господи. Алёша, откуда у тебя эти камушки? Папка дал поиграть. Дай мне сюда, они особенные. Не дам. Алёша, кому я сказала? Дай! Дай сию минуту! Отдай! Алёшка! Алёшка! Не догонишь, не догонишь! Ах, ты сыранец! Алексей! Алёшка! Отец вернется, выпарит! Вернись! На речку не ходи. Вода холодная. Разозлилась хозяйка и топнула ногой. И говорит бабке: забирай золото, много у меня его еще, но отдай что-нибудь взамен. А Алёшка говорит: мы с папкой сильнее, мы с папкой великаны. Вот тебе, получай. Сорок дней, Алёшеньки. А ты за этот месяц ни одного словечка не промолвила. А Гордей опять не пошел. Все дела. Дела. Ой, одно и так тяжело это горе перенести. Никакое сердце не выдержит. Но мы с тобой... Михалка, я Гордей. Слышь, Дарья? Ой. Птицы поют. Осень теплая будет. А отец Евлогий с Белых озер говорит, что там сердце радостью согревается. Может, поедем и туда? Пойдем, Дарюшка. Алешенька наш теперь в раю. Снимать, Дарья, траур. Надо жить дальше. Пойдем. Пойдем, пойдем. Павел Андреевич, о, глядите, баба топится. Где? Вон, видите? Ну-ка, стой. Так это ж Гордеева жена. Ну да. Дарья Алексеевна! Куда вы? Дарья Алексеевна. Thank you.
Как вы себя чувствуете, Дарья Алексеевна? О, маманя, хотите кашки? В городе говорят, она полезная. Господи. Насчет пользы я, конечно, не уверен, но дорогая зараза. Господи, маманя, вот это вот, знаете, сколько стоит? Вот эта корова. Мама! Нет, это две коровы. И один теленочек. Гордей, две коровы с теленочком. Ам. Еще две коровы с теленочком. Ам. И там все стадо. Как в сказке у Алешки было. Гордей велика. Гордей, сыночек, давай уедем. Бросим этот прииск и уедем жить на Белые озера. Там тихо, спокойно, земля добрая. Там деревня новая строится. Маманя, ну что вы мелите, маманя? А? Ну какие озера белые? М? Там у вас на Белых озерах я снова Гордей Котля. А здесь я человек, маманя, человек. Меня все уважают. Не любят, знаю, но уважают, потому что боятся. Сам прокурор у меня на побегушках. Вот они, веселёчки, мама. За эти веселёчки Павел Андреевич землю жрать будет. Вот скажу, жри землю, будет жрать. Маманя, вот он, где у меня. А вы про Белые озёра. Благодарствуйте. Гордей, о Дарье подумай. Бог даст, детишки ещё будут. Цыц! У ней муж прииском владеет. Че еще бабе надо? Это не ты прииском владеешь. Это он тобой владеет. Но я... Дарья! Дарья! Где она сюда? Здорово будь, Гордей Встанович. Буду, буду, Павел Андреевич. За деньгами приехал. Не отдам. Да что ты все деньги, да деньги. Деньги – это грязь, Гордей. Да, 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 да. А ты в этой грязи больно изваляться хочешь, да? Ты по делу приехал или пофилософствовать? Ты где шляешься? А? Ой. Даже в дом не пригласишь? Не, говори здесь, что. Ну, здесь так здесь. Покупатель на твой прииск объявился. К черту, не продается он. Ну, ты погоди, погоди. Есть обстоятельства. Дело на тебя открыто. Какое дело? Какое дело? Об ограблении купца Пятого. Так не было же ограбления. Было, не было. Деньги-то не нашли. А у меня свидетели есть? Ну, свидетели. Ему такую цену дали, что он теперь ничего не видел. Так. Гордей. Гордей. Покупатель хороший день. Ну, цену предлагает. 200 тысяч. Он полмиллиона стоит. Да это он пока стоит.
а тебя арестуют. Прииск с торгов за бесценок пойдет. Гордей, соглашайся. Соглашайся, цена-то честная. Ну и вообще, не доводи дело до ареста. Гордей. До ареста, говоришь? Это кто меня арестует? Ты что ли? Гордей. Ты что ли? Гордей. Дело на меня решил завести. Тише, тише, тише. Я тебе покажу дело. У меня твоих векселечков на 40 тысяч. А? Я тебя в долговую яму посажу. Первым посажу. Ты мой. Мой. С потрохами мой. Гордея Брагина. Понял? Да понял, понял. Ну и хорошо. Ой, плохо мне. Гордей. Ну поговорите с ним, а? Ну просто так поговори, ну я тебя очень прошу. Слышь, Павел Андреевич, а ты... Никак ему денег должен, да? Да. Много? Много. Да-то я смотрю. Дарья Алексеевна. Дарюшка. Да какая же я вам Дарюшка, Павел Андреевич? Ты так быстро убежала. Хочешь, увезу тебя? Хочешь, увезу тебя? В Екатеринбург. Да что в Екатеринбург? Петербург. Хочешь? Шел бы ты, Павел Андреевич, пока граблями не зашибло. Кузьмич! Кузьмич! Да здесь я! Где тебя носит? А я вас, ваше благородие, у реки тоже ждал. Пока вы там. Пока я там, что? Садись, поехали. Что ж, уезжаете, Павел Андреевич? Да. А чё так быстро? Как дела, Татьяна Власьевна? Дела. Дела. Но мы едем, нет? Дела. Бог в помощь. Спаси, Господи. Возьмите. Ну, берите. Нету. Бог дал, Бог взял. Все, забудь. На себя нового заделаем. Прямо здесь. Поставишь под мужиком и все забудешь. Ну, Дарья. Ну, поворачивай ко мне, мур тут. Жена ко мне или нет? Да жена, Гордей, жена. Да не тебе одному. Сука, на! Папаня! Уйди! На! Ах ты, сволочь! Уйди ты, сучонка! Ах ты, сволочь! На! Тетя! Тетя, тетя! На! Из дома не ногой убью. А твой любовник мне еще ноги лисать будет. За рублики заняты, он у меня вот где, с векселечками.
мама, тебе больно? Нет, сынок. Где они? Векселя где? Это ты, сучонок, опять у меня воруешь? Ты взял, говори! Ты взял, говори, убью тебя! Ты взял, говори, убью! Я взяла их. Зачем? Да, может, это тебя вразумит. Отдайте, мамань. Дайте. Мама, пожалуйста. Мамань. Ну, не доводите до греха, а? Я их отдала. Кому? Хлыщу этому из города. Ну что же вы наделали-то, мамочек? Ну что же вы, мамане? Что же вы наделали, маманя? Посетитель к вам. Благодарствуйте. Гордеев Стратович. Барагин, если не ошибаюсь. Что вам угодно от меня? Водки выпьешь? Благодарю. Правильно. Присаживайся. Скажи мне, тебе никогда не приходило в голову, что... Ой, не мы халуями командуем, а они нами. Барин, пожалуйте, и сразу ладошку тянет. А ты туда копеечку. Всем заплати. Официанту на чай дай, половому заплати, извозчику тоже. А мы сами не ведаем. Не ведаем, что творим. Они лучше нас знают, что нам надо. Миллионы протянутых ладошек. Они нас ведут. Хе. Барин прошел. Барин, пожалуйте. Ну скажи мне, а тебе что, лень было самому-то двери открыть? Нет. Барин, пожалуйте. И сразу ладошку. А ты туда монетку. Вот Иван еще на одну копейку обогатился. Да ты присядь, присядь. Благодарю, я постою. Только как ты бумаги подписывать будешь? Тоже стоя? Какие бумаги? Как какие? Продажа твоего прииска. Прииск не продается. Да тебе только так кажется. Вот сейчас приедет Павел Андреевич, мы подпишем бумаги в присутствии, как он любит говорить, представителя власти. Я вам... Откупного дам. А? 200 тысяч. Триста. Mm-mm.
миллиона. Только, пожалуйста, не набирайте. Отступитесь. Я вас очень прошу. Эх, Гордей Евстратович, вы уж не делайте из простого акта купли-продажи дешевой драмы. О, вспомнил. Ты еще пистоль достань и скажи, что застрелишься прямо у меня на глазах, а? Нет, братец, нет, не получается так, не выходит. Ведь это ж игра под названием «Купи прокурора». Ты свои векселя профукал, а я нет. Вон они, на столе лежат. Павел Андреевич об этом знает. Да и ты тоже об этом знаешь. Так что проиграл. Плати. А? Андреич, благодарствую, Павел Андреич. Что ж ты делаешь-то? А? Отни. И курочкой подавился. Что ж ты прямо ложек с размаху налетел. Что ж ты наделал-то? Веселёшки ищешь, Павел Андреич? А вот они. Ну, что ты делать-то будешь, а? А я-то здесь при чем? Ты у нас представитель власти. Ты выкручивайся. Погоди, мать. Постой здесь, я сейчас. Да ты что, сынок? Я сказал, стой здесь. Куда собрались? На Белые озера, что ли? Сынок, ты мать-то не слушай. Пойдем домой. Я тебе гостинцев купил. Уходи. Это что, ты руку на отца? Ну что ж ты, сынок, а? Ну ладно, бей, бей. Бей, бей. Ну! Ты что, сынок? Ну, брось, брось, брось. Сынок, ты же сын мой. Брагин. Ты запомни, на земле только две вещи. Деньги и лайф, все остальное бабьи сопли. Бирюльки детские, а ты у меня взрослый. Пойдем, сынок. Сынок, пойдем. Опять вообще захотел. Мало я тебя учил. Убью тебя, гаденыш. Убью! Отпусти его, Гордей. Но не его, так себя пожалей. Ну, идите, идите. Ну, учтите, там не райские кущи. Сдохните там, на Белых озерах-то. Я помогать не буду. Отцу Евлогию поклон. Может, и сдохнем. Да только без тебя. Отец Кондрат.
Отец Кондрат! Куда он делся-то? Ты бы шапку-то снял. Все-таки в храм вошел. А? Да. Чего тебе? Здравствуй, отец Кондрат. Пожертвовать пришел на храм. Не надо, Гордей. Да чего не надо? Ладно, перестань. Раньше надо было, сейчас не надо. Надо. Я думаю, что купола надо позолотить, чтоб уж, как говорится, с золотом. Обязательно надо. Колонны поставим, колонны мраморные. Я думаю, что надо из флорентийского, чтоб уж такие нарядные, белые, чтоб не в тон камни серый. Белокаменный кирпич закажем, чтоб все в кирпиче это было. Постелим прямо на полу, чтоб уж люди ходили, ну, чтоб уж праздник был, понимаешь? Ну, чтоб уж сделать так на века. Ты ничего не попутал, Гордей? А? Господь принимает жертвы, а ты откупиться пришел. Не, я не откупиться. Я действительно на храм жертвую, на, вот, я... Ну и... Что мне делать-то? Молись. Гордыня все. Но. Гордыня. Ты мне еще про Бога расскажи. Про Бога. А где он был, твой Бог? Когда мне прииск отбирали, а? Когда жена мне изменила, когда сын. Родной мой сын, руку на меня поднял, на отца поднял, а? Где он был? Чего-то я не вижу, а? Бог, ты здесь при чем? Когда ты стал плохо видеть. Гордей. Маманя? Ушли они на Белые озера. Все-таки ушли. Бежать от тебя надо, Гордей. Бежать. Ну, зачем я так, мамань? Вы простите, я тогда погорячился. Ну, не сдержался. Под горячую руку вы попали. Ну, бывает. Тут, мамань, такое дело. Человека я убил. И ты? Значит, все так. Не по той дорожке я тебя направила. В Белых озерах спасение наше было. Но не устояли мы. Все гордыня. Вы, наверное, меня не расслышали? Я что говорю-то? Человека я убил. Вот какая история приключилась. Что теперь делать? А? Мамань! Тошно. Ладно, съезжу на прииск свой. Гордей, подойди ко мне. Впереди. Уходи.
Уходи. Сам пришел Гордей и повинился. Приговорили его к 10 годам каторги. Отбыв наказание, вернулся Гордей к семье на Белые озера. И прилетела к Богу душа ангельская и рассказала, как горюет великан о том дне, когда сделал выбор свой неправильный. Спустился Бог в гору темную, заглянул в глаза великана и увидел в них реку слез невыплаканных. И перенес он великана на берег озера Белого. Вздохнул великан полной грудью, испил воды прозрачной, и вернулся свет в душу его. И отправился он вершить дела добрые на земле, помогать Богу, отцу своему.